Рабочий погиб 23 сентября на стройке в жилом комплексе «Солнечный город» в поселке Каштак в Чите. Информацию подтвердили в Министерстве здравоохранения Забайкалья, а также подтвердил ее и директор компании «Голдгеопром» Евгений Камеронов. Он опроверг информацию о том, что из-за инцидента стройка была остановлена. В Следственном управлении СКР по Забайкалью оперативно ситуацию не прокомментировали. Между тем, согласно официальным данным, строительной компании ООО «Голдгеопром» владеет Максим Тютюнник. Он же хозяин фирмы «Алюком». К тому же на Восточно-экономическом форуме «Голдгеопром» заключил соглашение на возведение в Чите центра стрельбы из лука.